Друзі, вітаю! Це прямий ефір. Ютубу 24 каналу. І найближчим часом для вас працюю я і моє ім'я Ірина Узлова. І сьогодні ми поговоримо про відповідальність, яка рано чи пізно настигне тих, хто на неї заслуговує. І сьогоднішній гість – це Юрій Рашкін, громадський політичний діяч зі сполучених штатів Америки, а також депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Юрій, здравствуйте, ради привітати вас в нашому ефірі. Взаимно, Ирина, большое спасибо за приглашение, как всегда, и слава Украине. Героям слава! Всегда рады вас видеть и рады мы видеть наших зрителей, которых я призываю быть активными. Ставьте, пожалуйста, лайки нашей трансляции, мы оправдаем ваш кредит доверия, уж поверьте. Задавайте свои вопросы Юрий, мы обязательно найдем на них ответ, и тем более есть о чем спросить, я полагаю. И мне есть о чем спросить Юрия. А Юрий, незадолго до нашего с вами интервью появилось видео, по крайней мере его распространяют пропагандистские российские СМИ и близкие к президенту Путину, пока еще президенту на этом видео, я сейчас вам его покажу, видно, как Путин приехал якобы в незаконно аннексированный им же Крым. А, как будто бы в годовщину воссоединения Крыма с Россией, это они так называют, на самом деле это годовщина незаконной аннексии Крыма, а, которую не признает весь цивилизованный мир. Я напомню, что 18 марта 2014 года в 16.00 в Георгиевском зале Великого Кремлевского дворца подписали так называемый нелегальный договор о принятии республики. Республики Крым в состав Российской Федерации. Вы знаете, Юрий, попрошу еще раз показать это видео. Охраны больше, чем пафоса на лице у Путина. Как-то так он подхрамывает, уже заметили. Ну, то ли он, то ли, может, не он. Я не очень люблю эту конспирологию о двойниках. Но все же, кто-то куда-то приехал или на хромакее записал. Как вы думаете, с какой целью он приехал? На кого рассчитан этот визит? И последний ли это визит Путина, если он действительно состоялся в Крым? Ну что ж, во-первых, конечно, масса технических вопросов, которые вы только что описали, от двойников до хромакея, до хромания. Поэтому, да, тут есть как бы уже на техническом уровне, но действительно, мне кажется, вы правы, что как бы какая тут стратегия, какой в этом смысл. И мне, кстати, интересно, потому что я тут проверял новости, открыл издательство Newsweek, и они цитируют канал 24 из Украины по поводу специальной эвакуации Крыма Поэтому как-то так, знаете, даже интересно. Я думаю, вот здорово, идет такая СМИ-связь. Но э, мы видим, что удерживать Крым будет сложнее и сложнее для России. И э, мы видим, что как только они официально приняли территорию э, в состав своей страны, они тут же ее потеряли. Поэтому тут уже наоборот мы видим паттерн, как бы нарратив, как хотите это сказать, последствия событий, которые э, все больше <как> подтверждают, мне кажется, правоту тех, кто считает, что Крым вернется. Украину э, в районе лета, и учитывая, что мы говорим про контрнаступление в мае, видимо, эта информация дошла до Кремля тоже, и они как-то вот, у них же всегда эскалация на уровне э, пропаганды, поэтому либо Соловьев будет махать кулачком, либо Соловьев будет махать двумя кулачками, это вот эскалация, а в данный момент мы видим, что Путин сам вот великий, как, чтобы там не было на этом надувном Путине, все равно появился в том, что похоже на Крым, о чем это говорит? Так что, я думаю, собирается сдавать. А собирается, думаете, да? А вот он, может, показал какую-то браваду, что не боится Бавовны, потому что мы же знаем, да, что они оттуда и бегут, и семьи выезжают, эвакуируются оккупантов, гауляйтеров, и строят там фортификационные сооружения разного рода. А, думаете, он таким образом готовит население к сдаче э, полуострова? Ну, это то, что мы, по крайней мере, на данный момент видим опять и опять в их стратегии, потому что победить на поле боя они не в состоянии, поэтому они сражаются на поле пропаганды, которую Запад, на самом деле, вот, ну, просто намного меньше это волнует Запад, потому что им кажется, что это как бы, ну ну, вопят там на болотах, ну, мы об этом как-то, может, расскажем, объясним, но это не забота. А для Кремля, который доказал сам себе, что Украина – это у... нацистская угроза э, э, пропаганды, которую Владимир Путин оплатил и теперь на нее купился, это, это просто такое пропагандистское государство, которое рассчитывает на силу пропаганды, чтобы что, отпугнуть? Что теперь, значит, о, в Пентагоне говорят, о, боже, Путин появился лично? Лично в крови уверены. Так что тут нельзя сказать, что это кого-то испугает. И какие-то сигналы дымом, которые он посылает... А, все же это по паттерну напоминает то, что он собирается его каким-то образом начать постепенно оттуда выводить население, потому что, мне кажется, будут просто очень неприятные кадры, потому что они же так боятся на поле пропаганды, кадры имеют это как снаряды. И когда появляется вот эта плачущая женщина, которая мы так хорошо в Крыму жили, и теперь надо уезжать, вот это посылает серьезный месседж людям, которые берут свои инструкции из телевизора. Да-да-да, хорошо по домашнему, но это не их дом, поэтому время сматывать удочки во всех отношениях. Крымом все началось, Крымом и закончится, как говорит наша власть, да, в принципе, так-то оно и будет. Знаете, Юрий, ну в этом контексте, кажется, их пропаганда дала какую-то трещину. Видимо, снарядный голод не только на фронте, но уже и у них. потому что после вчерашнего сообщения известия о том, что Международный уголовный суд ГАГИ выдал ордер на арест Путина, как-то слабовато и мягковато их пропагандистская машинка, то ли бензин заканчивается из-за западных санкций, ну, ограничились там Симоньян, Скобей, какими-то фотографиями, мемами, предложениями в телеграме. А вот на шоу почему-то они этот ордер не обсуждали. А что сказать нечего? Знаете, это интересный, опять же, вопрос, потому что ä, мне кажется, что они слегка, возможно, забуксовали. Они как бы настолько привыкли бороться с воображаемым, что когда действительно им предъявили обвинение, он не признан э, виновным, ему э, в, признали, признали его подозреваемым, обвиняемым, и э, в этой ситуации э, ему как бы, а, им, знаете, я думаю, что они э, тут есть еще такая точка зрения, ну как бы подход, что это атака на это преступление против детей, и это в каком-то смысле, мне кажется, ответом на распятого мальчика. Когда как бы, дети были использованы для того, чтобы возбудить людей. И вот сейчас Запад на каком-то уровне пытается прощупать э, на российское народное население и понять, если у них есть какое-то сердце. Э, да, прокурор, который э, занимается этим обвинением, он специализируется на преступлениях против э, детей. То есть, как бы вообще высокий профессионал, и это его работа. И есть ли у, у людей, которые считают Владимир Путин своим правителем э, сердце вообще, чтобы подумать о детях, э, вот это сейчас в каком-то смысле э, мы проверяем? Кстати говоря, подумала я, почему нету там Антоши Красовского, пропагандиста их известного, который призывал топить украинских детей, да, вот если это уполномоченная а по делам детей в России, а не то Красовского. И он тоже молчит. Вы знаете, как вы думаете, кто может еще появиться по ряду обвинений, возможно, и в этого плана, и другого рядом с Путиным, кто должен и о каких сроках мы говорим. Ведь, ну, доказательств и по другим статьям, по которым можно предъявить подозрения более чем достаточно знаете ирины я не уверен что я могу вам рассказать про всех российских чиновников которые теперь могут быть на, на крючке а, но я бы сказал что любой кто занимается проблемами а, богосостоянием детей, должен очень серьезно подумать. Но, естественно, это может идти и по нарастающей такой снежный ком, потому что это же только начало. Поэтому следующие, может быть, могут быть, в принципе, в какой-то момент должен быть поднят вопрос геноцида, когда вот просто берут людей и сажают в поезд и переселяют их в другое место. Это, это в принципе, геноцид. И это просто стандартная имперская политика Российской, Московской империи уже очень давно. Поэтому они как бы вообще даже не понимают, в чем проблема. Но это называется геноцид в современном мире. И э, это следующая или одна из следующих стадий, которая, мне кажется, абсолютно четко говорит о том, что это политическое решение. Не был какой-то там пьяный солдат, а когда подгоняют поезда и людей туда сажают, это делается на очень-очень высоком уровне. И на этом в этом смысле ответственность, как раз, тут, мне кажется, очень интересный вопрос, к чему это приведет. Ну, вот его обвинили, ну и что теперь? А он как бы против него используются все оружия, которые есть у цивилизованных стран, которые, возможно, так сказать, не, не не понимаются где-то в других местах, но вопрос не в том, понимаются они или нет, а в том, работают ли они. И сейчас Путина пытаются делегитимизировать на международном уровне, чтобы он стал официальным, и это действительно имеет какое-то значение, легальным изгоем, с которым общаться как с официально признанным прокаженным. И вопрос, будут ли его сажать, будут ли его ловить, это интересно, потому что... Пентагон, Белый дом и Пентагон отказываются открыто обсуждать гипотетические идеи, поэтому вот пусть, пусть Путин нервничает, что-то может произойти, и теперь он у него навсегда, это, знаете, это уже не паранойя, если это действительно реальность. Да, за ним будут охотиться, потому что он будет иметь еще более конкретную стоимость своей тушкой и это то, что проверяет сейчас Запад. Это сработало в прошлом достаточно успешно, поэтому вопрос в том, что это какое-то ну, совсем уж пустое заявление. Мне кажется, да, можно сказать, ну вот что, теперь придут полицейские, как вот во вторник должны прийти за Трампом и скажут наручники, фотографию, отпечатки пальцев, а потом придите в суд, и мы будем разбираться. Выслушаем вашу сторону тоже. Это то, что, возможно, Путину на данный момент не грозит, но это то, что о, становится все более и более реальной частью его будущего. Это как бы разница между возможно и вероятно. Будет ли он арестован? Возможно. Вероятно ли это? на данный момент не особенно вероятно. Но это еще одно большое усложнение. Представьте, подумайте, если бы вы хотели куда-то поехать, но при этом за вами охотился Международный криминальный суд. А, был, так сказать, Ордер на ваш арест. Я думаю, что это повлияет на политику в долгую. Это опять же мина замедленного действия, которая как бы вот вот она держите и она медленно взрывается и ситуация только ухудшается и ухудшается. В то время как я не знаю, Россия может напасть на и сбить американский беспилотник и вот в следующие пять минут они выглядят круто с понтами. После этого опять вниз. Да. Я вот помогаю наши зрители нам, так сказать, за что я их благодарю. И прошу еще раз ставить лайки, задавать свои вопросы. Говорят, рядом сядут Людка, Катька, Машка, Алина Кабаева, МВД, ФСБ, психиатры и чиновники. Ну, в принципе, все правильно. Я вот ä, немного переформулирую свой вопрос, чего опасаюсь я и некоторые эксперты, что не ограничится ли все это Путиным? Не будет ли казаться это попыткой переложить ответственность за все то, что происходит в Украине, за его Кровавые действия, да, и не только в Украине, только лишь на него, а не на а, всю российскую власть и вообще их систему управления как явление. Чтобы это не ограничилось, вот только уберем Путина, но это же, ну, мы с вами тоже не раз говорили, по сути ничего не поменяет в самой России. Я думаю, что это в каком-то смысле это действительно проверка на то, если один Путин может удержать всю эту систему от того, чтобы она его съела. И если вот первые такие, вот первое обвинение против двух людей, если это сработает, ну прекрасно, хорошо, давайте тогда разбираться с Путиным. Потом будут следующие процессы. Просто, как бы, я думаю, что правосудие здесь продолжается неизбежно, но оно движется определенным темпом, и и действия обеих сторон могут ускорить или замедлить этот процесс. А, а то, что а, Путин окажется на сво... там, где его ждут. И это очень важно, понимаете. Ведь если бы только растворился Путин и вся система осталась, то все равно прошли какие-то изменения. Он настолько сделал из своей серой личности такую важную часть нашего существования, что мне кажется, что даже просто избавиться от одной, от одной этой личности со всеми его двойниками и тройниками, и на, как бы чтобы пошло в другую систему, поскольку это тоталитарная, авторитарная система, она себя как бы расчехлила, мы все это увидели. То есть все зависит от личности царя. Если царь у них там КГБшник, то значит у них так все и будет. А, но проблема в том, что других вариантов, так сказать, принцев у них нету, они ФСБшники. Поэтому а, вот, так, так сказать, такое, значит, если это не сработает, потому что у них там все круговая порука и скованные одной цепью, ну, значит, это будет а, шоки от этого взрыва расходиться как волны все дальше и дальше с определенной скоростью, не с той скоростью, с которой мы бы все хотели, потому что все хотят, чтобы, так сказать, ну, русские перестали стрелять чтобы война закончилась, а вместо этого приходится как бы это подходить вот на таком уровне. Но если сработает, то почему бы и нет? теперь давайте, Юрий, если вы не против поговорим о практической реализации стороны этого вопроса, вы уже немного затронули как действительно, да, это будет ну вот мы много говорим о политическом, символическом значении решения международного уголовного суда, ну поговорим немного о практике, президент России стал первым среди европейских лидеров и лишь четвертым высшим руководителем по миру, которому международный уголовный суд ГАГИ предъявил обвинение за преступление, совершенное на президентском посту ранее это был президент Судана Амар Аль-Башир. И вот его в 2019-м свергли в ходе военного переворота и арестовали, но Гааги пока не выдали. А, кроме того, такие обвинения были предъявлены президенту Ливии Муамару Каддафи. Всем известно это, до суда Каддафи не дожил. Его убили повстанцы и президент Котдевоара Лоранг Багбо, он обвинялся в преступлениях против человечности, но в 2019 году был оправдан. Как вы думаете, Юрий, чью судьбу, по вашему мнению, из этих вот, например, троих может повторить Путин, может его тоже ликвидируют свои же, потому что боятся оказаться с ним рядом и поняли, что уже как бы хорош арестуют, может, но не выдадут или все же, например, вы выдадут как Милошевича? Милосовича. Да. Mm -hmm. Я думаю, что время тут покажет. Мы можем просто как-то представить, насколько каждый из этих вариантов, как бы в этом пироге возможностей, какой, какой кусок самый большой, и потом как бы рассматривать, насколько наши ожидания оправдались, потому что у Путина как бы план, что все это время на его стороне. Если он может продержаться, если он может выдержаться на плаву, то все будет хорошо, потому что на Западе поменяются политики, своя он не боится народу он не боится, и поэтому будет сидеть столько, сколько биологически он может. А это, скорее всего, очень вероятно, несмотря на то, возможно, он действительно хромает, что это он может... Мы не можем рассчитывать на то, что он покинет нас до, конца, до следующих выборов. Поэтому приходится с этим что-то делать, и нужно торопиться и это то, что мы видим. Мы видим, что Международный суд э, вынес обвинение, и это не просто как бы наши разговоры. Но еще тут такой интересный момент в том, что это возможно, может на какое-то время сплотить. Диктаторов, потому что как бы теперь а, могут а, любое оказаться. Если Путина можно подвесить, так значит, можно и любого, можно, и Китай тогда потенциально а там тоже. В общем-то, к людям у есть у них большие проблемы. А, поэтому а, может быть а, разных а, вариантов, сколько может быть еще какой-то, которого мы не видели, а, но обычно диктаторы хорошо не кончают, как бы в собственной постели а, это происходит все меньше и меньше. Это серьезное подталкивание камня. Можно ли, так сказать, что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы побыстрее. Но а, у нас столько уже эмоционального заряда после всего того, что мы насмотрели, что тяжело а, как-то помнить, что правосудие двигается определенным темпом, и даже Соединенные Штаты продолжают, несмотря на то, что они не признают а, этот а, международный криминальный суд, как и Израиль, некоторые страны, которые, как бы, по идее, теперь Путин может, как а, русский еврей, поехать в Соединенные Штаты и в Израиль. Это, видимо, вот, так сказать, несколько вариантов. Uh, так что проверка на прочность Путина сейчас идет очень сильная, такого он еще не испытывал. Uh, как он на это отреагирует? Как на это отреагируют люди вокруг него? Uh, сейчас uh, просто интересно порассуждать, но это определенная фантастика uh, политическая, потому что в принципе там одно ФСБ, которое стоит у власти, uh, шансы у политзаключенного стать президентом России сейчас на данный момент ну невероятны низкие. Поэтому просто надежда на то, что они как бы хотя бы перестанут воевать, потому что конец войны не означает конец санкций. Это будет еще продолжаться очень долго, и там действительно нужно будет, чтобы люди увидели снаружи, что что-то происходит внутри, хотя бы Горбачевская перестройка, чтобы подумать, что тут есть какой-то смысл снимать эти тиски с российской экономики. А то, что по этому поводу может захотеть тот же Китай, ну, будем опять же, мы еще не видим. Ведь у всех, как бы пока они сражаются со всем миром, тяжело. А когда нужно сражаться на два фронта, на три фронта, как с герма Гитлеровской Германией, когда можно еще было воевать с Советским Союзом, но еще и союзники покусывали со всех сторон, это, это приводит к определенным последствиям. И мы просто сейчас нам везет, потому что мы можем наблюдать, как это разворачивается в реальном, вот прямо перед нашими глазами. Жду не дождусь, когда сядут все, пишут наши зрители. Ну, да, да, действительно неплохо. Мы тоже ждем, честно говоря, это будет заслужено всем, Всем и многим друзья, ставьте лайки, пожалуйста, наши трансляции. Это очень важно для того, чтобы как можно больше людей увидели и услышали нас с Юрием. Но Путин сам молчит, как мы с вами уже поняли, его окружение Пашиба Захарова и Пескова называет это все ничтожным, никчемным. Ну, это в их в принципе стилистике. Но не молчит Джо Байден, он заявил, что ордер Международного уголовного суда является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления. Как кстати говоря, действительно в целом. Оценивают это решение в Соединенных Штатах Америки, вот даже несмотря на то, что не, ну, Соединенные Штаты не есть в юрисдикции Римского статута. Да, вы знаете, в каком-то смысле было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты использовали эту возможность и вступили, возможно, в Международный криминальный суд. Но, естественно, как у страны, которая много ведет военных действий по всему миру, это было бы, возможно, не, то, чем, так сказать, не тем результатом, которого вы добивались. Но, тем не менее, это воспринимается очень серьезно. У нас, правда, вчера был День Святого Патрика, и поэтому, как бы, и ведущие на телевизоре, в телевизоре и представитель адмирал Керби, все в зеленых галстуках, потому что сей, ирландский праздник, все, все зеленое, но при этом обсуждали все важные вопросы, включая важные темы дня, то есть ордер на арест Владимира Путина. И Соединенные Штаты будут продолжать собирать информацию и собирать доказательства, и документировать преступления против человечества, или человечности, кому как нравится, но это, э, так сказать, срок один и тот же наказание, так что э, это не, не так существенно. И эти доказательства будут продолжать коллекционироваться и собираться, и Соединенные Штаты, пока у власти Джо Байден, абсолютно не собираются менять свою политику, и они просто готовятся к большому криминальному делу, и это действительно все больше и больше похоже на э, возможность, что ГАГа, это будет такой первой ступенью ко второму Нюрнбергскому процессу, потому что на самом деле то, что говорят российские пропагандисты, и те смерти, на которых они посылают людей. А тут вообще было, я видел, видео Соловьева и Пригожина вместе. У Соловьева такой жалкий вид. Такой жалкий. Подтрепали. Но вот он принимает участие в этом зазыве на, на смерть. А за это должны быть последствия. И мы к этому идем. И ведь они это тоже понимают, потому что, несмотря на то, что они делают, мозги у них есть, ну или по крайней мере их остатки, они все это тоже, я думаю, прекрасно понимают. Соловьев уже действительно такой какой-то опущенный и по виду и по состоянию по всей видимости тоже. Юрий, вы интересную сказали фразу, даже я, честно говоря, не задумывалась до нашего эфира в таком ключе, вас совершенно в другом хотела спрашивать о том, что решение Международного уголовного суда может сплотить и объединить диктаторов. Я вас хотела спросить, не стыдно ли Си будет ехать 20 числа в Москву лететь? А теперь я так понимаю, что возможно и не стыдно, да, и его посылы даже могут измениться, и его позиция. Как вы думаете, с чем он поедет к Путину и насколько пристально следят и в Соединенных Штатах, и э, власти Соединенных Штатов за этим визитом? Ирина, вы абсолютно правы, потому что э, тут две основные точки зрения по поводу э, вынесения обвинения Владимиру Путину: это, во-первых, э, то, что он делегитимизируется на международном уровне и таким образом, возможно, приведет к каким-то последствиям внутри страны. Но, с другой стороны, есть определенный осознанный риск, что это, как бы, сплотит всех диктаторов и авторитарных лидеров, и, и теперь, как бы, это все больше и больше становится тем, о чем а, Владимир Путин говорит, то есть, экзистенциальной войной такой, которая за, за существование мира, то есть, ну, как бы, мы постепенно начинаем перерастать в понимание а, мировой войны и что это такое, так сказать. Кто бы думал, что так будет выглядеть Третья мировая война? А, и на данный момент это этом этапе и всегда есть надежда, что можно закончить это на, до того, как станет ситуация еще хуже. А, но мы видим, что а, Китай не отказывается от этой поездки. И если они хотят играть а, брокера мира, что они, так сказать, такие независимые, то теперь Си должен поехать в Киев и пообщаться с президентом Зеленским, что насколько я понимаю, еще так и не произошло. Нет, и, и сколько и, украинская и, сторона да. призывала Китай общаться, или по телефону хотя бы. И помните, на конференции, ну, хоть 24 это да, да. Да, ну, да. видите, он же вначале едет в Россию и не звонит даже да. перед этим. Поэтому, да. Как Какие переговоры можно вести со стороной, которая ездит только к одним в гости? И при том у них же ничего не видно. А у нас же есть Бахмут, есть Авдеевка, есть последствия в Харьковской области, в Харькове, в Херсоне, обстрелы Херсона, последствия Бучи, да можно перечислять до вечера. А что же он не хочет видеть? Ну, это интересный вопрос, потому что что мог бы показать Владимир Путин си в России? Себя. Как бы посмотрите, посмотрите, это этот воронеж. Что здесь? Это что? Говорит Украина? Нет, это не важно. Это ну посмотрите, это такой ужас. А, знаете, да. Конечно, Украина это поле битвы. Конечно, Украина это то, где зверство и варварство разыгралось в полной силе. И, и в этом смысле очень хотелось бы, чтобы наши американские политики не строились. Себя не знаю кого, а взяли себя в руки и поехали в Киев. А, потому что это, знаете, когда спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорит, что мне из Вашингтона все видно. А, не уверен. Ну, Жебайден же приехал, стороны... да. А кто должен еще приехать вот, из американских политиков? Кто так сомневается? А, ну, как, минимум, Кевин, как минимум, Кевин Маккарти, потому что он спикер палаты представителей, и Нэнси Пелоси съездила на Тайвань. А он в Киев не решается. А, так что, если он так, он, кстати, отменил, у него собирался, он собирался поехать на Тайвань, он тоже это отменил. Так что его, как бы, изоляционистское крыло, его там хорошо контролирует. Uh -huh. Поэтому, если бы он сдержал свои обещания и сказал, что он поедет, и, и, например, объяснил бы, что он имеет в виду, когда он говорит про чистый чек, мы не дадим чистый чек Украине, что он имеет в виду? Потому что он никогда этого не объясняет, это просто звучит угрожающе. Но на самом деле у нас, так сказать, надо будет в какой-то момент голосовать за продолжение помощи. И я думаю, что если бы он съездил в Украину, я думаю, ему бы это помогло понять, почему нужно голосовать. Голосовать за помощь Украине не только потому, что Украина, а потому, что это угроза всему миру. И, и мы должны об этом думать. И даже Кевин Маккарти должен быть в состоянии это понять. А ну же, как вы думаете, Юрий, это поездка Си, что будет в ней лежать? Какие предложения они могут друг к другу выдвигать, торговаться, договариваться, расширивать, расширивать, как они говорят, это безграничное сотрудничество теперь? И на что может уговорить Путин Китай, или уже все-таки после решения Международного уголовного суда ни на что? Ну, вы знаете, Китай уже не в первый раз будет тогда поддерживать э, полную диктатуру, которую страна изгой, которую, так сказать, никто туда не ездит, и оттуда никто не выезжает. А, потому что, ну, ведь можно же поддерживать э, Северную Корею. Правда, Россия, это, конечно, более дорогое удовольствие. Такое, опять же, кому такое нужно? А, но на данный момент, и это то, что нам говорят наши, так сказать, американские разведсообщества, это то, что, несмотря на то, что Китай выражает эту моральную поддержку Путину реально он там еще не решается ничего делать, потому что ценит Запад как партнеры. Это вот то на что надеялись, так сказать, все западные политики, начиная, видимо, с Маргарет Тэтчер, которые хотели торговать Советским Союзом, чтобы таким образом сделать из них людей приличных людей. Китай просто таким образом пытается поработить, а западные демократии думали, как бы, так сказать, улучшить, сделать торговлю из варваров приличных Людей. Не получилось. Но Китай пока еще ценит нашу, наш доллар. Это важно. Поэтому, если, опять же, те же республиканцы не смогут собрать себя вместе и проголосовать за то, что мы платили по долгам, то это не поможет нашей борьбе с Китаем, это не поможет нашим, даже нашему лидерству в мире. Поэтому все это тут взаимосвязано. Но на данный момент мы видим, что Си ездит, чтобы предложить Владимиру Путину: видимо, так сказать, плечо, на которое можно поплакать. И это, конечно, нужно, потому что я думаю, он как-то, сказать, устал, наверное, и хотел бы вот такое сильное, так сказать, облокотиться. Но это на самом деле очень плохо для России, потому что просить, на самом деле, нужно срочно, срочно окончать эту войну. Это ну, настолько разрушает все то, что там у них. Они уже все больше и больше э, люди задумываются о Москве. И при этом я не знаю, если это будет как Московия та или Московия Илона Маска. Мне все равно. Но э, как бы развал тут им ну, просто вот видно. По, такие вещи, как говорит генерал Ходжес, когда просто вот просматривается цепочка того, что должно произойти, это плохо. И, и в этом смысле Китай, Китаю не нужно, чтобы опять же так сказать, э, Россия разбудила спящего гиганта военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, потому что теперь нам нужно производить все это добро опять, все это вооружение. Китай думал, что мы ничего не будем делать, они тут рыбац, и Тайвань хапанут. А мы вместо этого как бы теперь помогаем Украине, разбудоражили всю ситуацию, усложнили жизнь для Китая. Это, конечно, хорошо. Но если сдать Владимира Путина, кто его знает, кого дальше будут требовать. Поэтому у них сейчас как бы добрые дружеские отношения, но денежки в рознь. Вот. Но то, что и будут какие-то китайские компании, которые, ну, просто, опять же, во вред себе пытаться вести дело с Россией, ну, это их проблема. А, Юрий, а как вы думаете, посылали ли или будут еще посылать, еще время есть, перед визитом Си Цзиньпиня в Москву этим китайским любителям американского доллара некие сигналы, предупреждения, советы из Белого дома? В каком смысле? Ну вот, возможно, как-то предупреждали Китай, возможно, говорили на уровне, мы не знаем там министры иностранных дел, например, или просто пока Соединенные Штаты наблюдают за тем, как едет Си Цзиньпинь в Москву. Я думаю, что дипломаты, конечно, пытаются вести дипломатическую работу и консультироваться со своими коллегами. Это все мировые события, которые затрагивают всю как бы, нашу инфраструктуру дипломатии. Поэтому я уверен, что э, до Пекина донесли информацию на всех уровнях. И на уровне газет, и на уровне э, чиновников, и, и на уровне тренированных голубей, что общаться с Владимиром Путиным сейчас тактично, как никогда. Но с другой стороны, что он боится проиграть следующие выборы в Китае? Поэтому какая ему разница, насколько он токсично выглядит в каком-то смысле с Владимиром Путиным? Контракты из-за этого пока что Запад вроде бы не собирается разрывать. Но посмотрим. Потому что с другой стороны, то, с чем любят опять же бороться республиканцы, вот этот волк капитализм, сознательный капитализм, это э, компании, которые посмотрят на то, что делает Китай, и скажут, вы знаете, мы не хотим с вами вести дело, это неправильно. И они заберут их бизнес от Китая, потому что Китай цацкается с военным преступником. И такая цепочка вполне может повлиять на китайскую экономику еще каким-то образом, и при этом как бы наше государство не, не нужно вводить какие-то тарифы. Поэтому э, отношения у нас сейчас очень близко взаимосвязаны, э, и наша экономика пока что еще достаточно зависит от Китая, возможно, сравнимо о том, как Европа зависела от российского энерго энергоносителей, но и Европа и Германия решили и решают эту проблему, мы тоже можем ее решить, более того, это вернет больше работы. Соединенные Штаты или помогут другим странам в том же регионе. У нас сейчас замечательные торговые отношения с Вьетнамом, с которым мы воевали. Так что посмотрим. Но авторитарным лидерам в каком-то смысле легче договориться друг с другом, потому что их не волнуют выборы. У них нет той подотчетности и ответственности, которая есть у западных политиков. Как это неприятно слышать, конечно, что людей не волнуют в 21 веке в цивилизованном мире выборы. Ну, что ж, будем наблюдать мы за этим визитом, да, имеем, что имеем. Мы с вами на них точно, к сожалению, не повлияем, на Китай так точно. Мы уже вспоминали о санкциях, точнее, в Юрий. И вот о них вспомнила опять спикер российского МИД, ну, если там вообще есть дипломатия, Мария Захарова. Говорит, что упомянула неотъемлемой частью разрешения украинского кризиса должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях. Кризисом, войну они кровопролитную называют не только СВО. В то же время американские юристы отмечают, что Россия теперь не сможет избавиться от наложенных на нее ранее санкций без выполнения ордера на арест Путина, о котором мы, собственно, и говорим. И вот Путин тоже, который всегда санкции выкладывал в свою такую папочку, когда предлагал или ныл через своих представителей о переговорах. Теперь, по сути, мир повысился силы ему ставки, я так понимаю, теперь и вот это прошение об отмене ордера на арест тоже будет входить в его условия, и они кажутся невыполнимыми. Ох, он влип. Вот надо ж так себе, вот просто ну, такой балбес. Ну, посмотрите, он, он начал войну, которая абсолютно ему не нужна была, потому что у него, ну, как бы, если бы он думал на торговом смысле, как думает Китай, у него замечательные были отношения с, с Украиной. И, насколько я понимаю, там достаточно было коррупции, достаточно все это текло, как бы, российским олигархам. В чем проблема? Но ну, это было недостаточно. Старуха из золотая рыбка. И теперь он, как бы, постепенно, вот, ну, видимо, так выглядит разбитая корыта. Это означает, что пока твою голову не принесут на плаху, э, все это, эта ситуация застопорилась. И, и, и он может, при этом он может остановить войну в любой момент. Так сказать, у, у него есть мощный пропагандист аппарат, который замедлит эту реальность падение, и ему нужно это сделать как можно быстрее, потому что любое продление, вот как я говорил с помощью Китая, только у ухудшит ситуацию а, и для России, потому что война закончится, санкции не закончатся, и голова Путина должна быть еще частью этих санкций. Я как бы, ну мне было видно изначально, что как только началась вот год назад большая война, а, что подписывать договор о мире это будет не Путин. Потому что вот такой человек в такой ситуации и мир, который с ним пытался договориться, а теперь получил в ответ вот такое, не будет с этим человеком считать, что с ним можно вести договоры. Он Как ему можно доверять? Ему нельзя доверять. Соответственно, мы можем просто, чтобы он ушел на пенсию, или чтобы он проиграл выборы. Но поскольку у вас диктатура и авторитарное государство российское, чтобы там не назывались, федерация, то придется вам тогда значит, доказать и, и привести как Стеньку Разина в клетку ну, как бы вздать. Поэтому это давление, чтобы... Потому что вариант с Милошевичем, где бы у него там акцент не был, это, это на самом деле очень мирный, приятный, цивилизованный вариант. Это было бы на самом деле очень даже неплохо, потому что когда повстанцы убивают лидера, это говорит о больших-больших проблемах в стране. Поэтому все было бы, так сказать, сейчас, все еще пытаются, несмотря на то, что мы поставляем оружие в гигантских э, все эти колонны всех этих бронетранспортеров, которые идут в сторону Бахмута. Ох, тяжело. В общем, хочу всем пожелать успеха. Но это, это, это серьезная помощь, которая очень сильно повлияет на, на ситуацию. И ему надо бы Владимиру Путину сматывать манатки и бежать, и раствориться на Каком-нибудь острове и а, сдать двойника, а, предварительно вырезав у него язык. А, то есть, ну, я не знаю, у него как-то уже, так сказать, это все. Опять же, мы переходим в политическую фантастику. А, что, конечно, тоже имеет свои бенефиты но он не, при, не не собирается ничего прекращать, как мы видим, конечно, скорее даже наоборот а, и усиливает свою пропагандистскую репрессивную машину. Вот а, подписал а, Путин закон а, об ужесточении наказания за дискредитацию участников спецоперации. Нам бы с вами а, светил бы этот срок, и срок это теперь будет 15 лет колонии за якобы фейки российской армии. А, Вы знаете, я так рад, что я не в России, просто вот просто спасибо мама, спасибо папа. Продолжай пожалуйста, Ирина. Я тоже за вас рада, Юрий, что вы не в России, честно. 15 лет колонии, президент которого хотят арестовать за международные преступления в вопросе незаконной депортации детей. На все это смотрят русские, которые в России. Нормально им? Может, они думают, что 15 лет даже маловато как-то? Ну, это просто такая еще ужесточенный вариант русской рулетки, что они просто пытаются развить страх. Это и главное, как бы, наживо, распил, деньги и страх, и э, вот пытаются запугать всех. Знаете, я хотел бы выразить поддержку Евгению Ройзману, которого арестовали за ну там никогда не имеет значения, что, но арестовали, и это э, очень тревожно, потому что есть хорошие люди в любой стране. И им приходится все труднее и труднее. Я не думаю, что Россия, как мы с вами обсуждали, я уверен, что Россия это страна, которую можно изменить. И поэтому я смотрю на людей, которые продолжают там находиться, и делаю вывод, что у них какие-то личные причины, финансовые, семейные, которые не позволяют им оттуда сейчас сбежать, потому что ситуация там будет только хуже и хуже, и, и стремительными темпами, потому что ситуация будет стремительно ухудшаться, и цена нефти падает, и у рубля продолжаются проблемы, даже несмотря на то, что, видимо, этот рубль уже давно никто не видел на международных рынках. Так что, как бы все это плохо, но это прощупывание, это сказать, кнутая пряника. Наш, что в состоянии вытерпеть люди? Есть ли у них душа, есть ли у них сердце, есть ли у них страх, есть ли у них терпение. Из того, что я узнал, посмотрев на протесты черного населения э, и по поводу э, насилия против черного населения в Соединенных Штатах, и, и то, что я подозреваю, все ваши зрители узна, узнали с Майдана, что люди выходят, когда не выходить хуже. И когда ты не знаешь, так сказать, есть риск, конечно, выйти, но не выйти еще более большой риск. Поэтому вот где эта точка невозврата у России? И, конечно, знаете, потому что там, мне кажется, из-за того, что так успешно уничтожали и уничтожают образование, на гуманность там мало надежды. Лев Шлосберг сказал еще несколько лет назад, что Россия не готова к некровавому бунту. Значит, я вообще боюсь, что просто какая-то опричнина там будет, потому что в какой-то момент это должно, опять же, стремительно ускоряться и ухудшаться со всех сторон. Опять же, если Путина убьют повстанцы, как, так сказать, как ликвидировали Каддафи. Это же не просто черенок лопаты и так далее. Это еще вся эта ситуация, которая привела к такому полному распаду. Это что? Это Глуховский уже? Это такая, так сказать, будущее из метро в противогазах? А это в Москве, да? Ну, исключать ничего нельзя. А вот будут ли протесты во вторник в Соединенных Штатах? По крайней мере, к ним призывает Трамп выходить своих сторонников, потому что опасается, что могут его арестовать 21 марта. Юрий, что мы должны знать об этой ситуации? Вы знаете, я рад, что мы об этом поговорили и поговорим, потому что Владимир Путин, Владимир Путин, это важно. Но для сравнения... Посмотрим, что происходит в Соединенных Штатах, да. где президент, бывший, слава богу, заявляет, что наша страна теперь страна третьего мира. И все, значит, людей сажают, обращаются как с животными, которые, значит, приняли участие в мятеже 6 января. И говорит, что меня будут арестовывать во вторник, что у нас получается 21, 21 марта. Да, 21 марта. Да, и что это означает, что ему, значит, он будет, скорее всего, в наручниках. У него будет фотка перед вот это, значит, с номером его, как полагается. И у него будут взяты, наконец, я думаю, отпечатки пальцев. Вы знаете, в каком-то смысле, это вообще вся эта история с Трампом, это а, аргумент против капитализма. Потому что, когда у человека много денег, это невероятно, от какого <связь> можно <связь> пытаться отмазаться, как долго. А, это, это просто обвинение против капитализма, но зато у нас продолжает быть закон и порядок в каком-то смысле, и у нас есть судьи, у нас есть суды, у которых судьи, которые чувствуют личную ответственность за свое поведение, и это, кстати, вот такой пример, который можно тоже об этом поговорить, потому что сколько людей, сколько судей было занято делами Трампа, и только одна, насколько мы знаем, просто абсолютно прогнулась под него, а все остальные каким-то образом его отказали ему. Это тоже очень важно. И опять же, обвиняемый. Обвиняемый. У него еще будет возможность в суде э, выступить, э, если ему предъявят обвинение, как планируется, и э, доказать свою сторону, э, так сказать, событий. Никто не будет его ловить, э, если он не сбежит. Э, и Я вообще подозреваю, что его держат это, нашего несчастного Пола Уиллана в России, чтобы обвинять, обменять его на Трампа. На Трампа. Э, но на данный момент он ему надо как бы. Раз он говорит, что меня будут арестовывать, значит, он не будет особенно брыкать. Потому что он же сейчас не в Нью-Йорке, он во Флориде, значит, ему нужно из Флориды еще как-то, чтобы он согласился быть перевезенным, а не там заявил, теперь Флорида будет своя собственная страна, и мы не выполняем, так сказать, приказы других государств. И тут Флорида становится островом, полуостровом Флориды. В общем, это было бы интересно, опять же, политической фантастикой. Но то, что происходит с большей вероятностью, это то, что он появится, произойдет все то, что я описал, его отпустят. И он, конечно, тут Илон Маск выступил и сказал, что если Трампа арестуют, то он просто выиграет с гигантским отрывом на выборах в 2024 году. И это реально, так сказать, вот это та угроза, против, а по поводу которой на данный момент все происходит. Потому что и большинство, на самом деле, разумных республиканцев, и демократы были бы очень рады, если бы Трампа вообще не было, чтобы его другие решили, потому что государство пытается это свалить на избирателя. Ответственность за Трампа а избиратель был бы не против, если бы государство решило эту проблему. Ага. А, поэтому посмотрим, что с ним сейчас будет происходить, но это продолжение его длинного, длинного процесса. Э, и знаете... Э, посмотрим, это как бы обвинение и быть врагом государства, для него это часть, в общем-то, его как бы избирательного девиза. Он Трамп против всех, то есть против закона. И, и посмотрим, и как бы он ему нужно, знаете, почему так тяжело сделать вторые, третьи серии для фильмов про супергероев, то что наш, как бы, человек уже стал суперпауком, и теперь как бы, ну что, вот этот момент мы уже пропустили, все, как бы повторить? А Трамп, если он оказывается в той же ситуации, что он был в 2016 году, когда он был один против всех, и он был такой непредсказуемый, дикий, свеженький такой против эстаблишмента, то, может, не Ему удастся это повторить, по крайней мере, он не исключает такой возможности оказаться в той же позиции андердога э, и, и пробиться наверх опять к вершине. Но э, ситуация у него тут еще, еще более сложная, чем в первой серии, поэтому, э, честно говоря, все, так сказать, все шансы против него, против его победы. Но это еще будет долго для нас. Понимаете, Байден даже не собирается еще объявлять о том, что будет избираться. Да, Они сейчас почему? затягивают это объявление. А почему? Потому что... А, потому что, видимо, они считают. Я думаю, что когда президент объявляет политик объявляет о том, что он будет переизбираться, то все, что он делает после этого, рассматривается с определенным подозрением. Uh -huh. И это, опять же, то, на uh -huh. что надеется Трамп. Смотрите, меня обвиняют это, потому что я политический кандидат. А если Байден объявляет, то тогда могут сказать, все, что он предлагает, потому что он просто хочет, чтобы за него проголосовали. Поэтому это такая карта, которая играет в обе стороны. И э, поэтому э, на данный момент э, Байден как бы отпугивает всех демократов а хорошей речью тут, хорошей речью там. И все как бы так, вау, смотрите, как он, показывает себя очень серьезным, продолжает функционировать. И все наши запасные игроки, демократы, стоят в ожидании, но продолжают стоять. А в это время он пытается что-то провести, там, я не знаю, поднять потолок нашего долга, договориться с республиканцами, как президент, а не как кандидат. Что ж, интересные не сериала жизнь. Будем смотреть, как будут разворачиваться события. Юрий, я вас благодарю безгранично за этот разговор. Интересный много тем мы затронули. Спасибо, что разъяснили. Спасибо, что находите время. Всего доброго вам. Пасіба вам все хороше до сідання, друзі. Юрій Рашкін, громадський політичний діяч зі сполучених штатів Америки, а також депутат окружних зборів округу року, в штаті Вісконсин. Говорили ми про майбутнє російського диктатора Володимира Путіна, що там зачекалися його уже в газі. Хто може його вида? А також про те, що відбувається незадовго вже по суті до президентських перегонів у Сполучених Штатах Америки. Дякую, що були із нами. І залишайтеся із 24 м А працювала для вас я Ірина Узлов.